Россия всегда славилась выдающимися деятелями культуры, которые внесли неоценимый вклад как в отечественную копилку шедевров, так и в мировое наследие. Именно этих людей, которые и сегодня своим трудом приносят радость и душевное наслаждение, принято поздравлять в конце марта с профессиональным праздником. В Славянском районе работает 39 культурно-досуговых учреждений, 33 библиотеки, 4 детские школы искусств и художественная школа. Своим творчеством радует земляков более 400 коллективов художественной самодеятельности. И в преддверии Дня культуры, который в этом году отмечается 25 марта, в теплой дружеской обстановке представители культурной отрасли района принимали поздравления в честь своего профессионального праздника. С приветственным словом к приглашенным обратился глава Славянского района Роман Синеговский, отметивший важность проводимой ими работы для исторической и духовной памяти страны. Мы приветствуем здесь вот узким кругом лучших наших работников культуры, талантливых, ярких, те, которые действительно помогают нам добиваться результатов. Благодаря вам проходят мероприятия. Насколько мне известно, порядка 2000 мероприятий прошло за 2022 год. Сохраняйте культурное наследие. Наши работники и домов культуры, и библиотек, и музеев. Поэтому большое вам спасибо за ваш труд. Успехов, удачи, исполнения ваших желаний. Всего вам самого доброго. С праздником. День культуры объединяет всех, кто выбрал свои профессии, творчество и вдохновение, кто не представляет своей жизни без общения с людьми, кто сохраняет и развивает культурное наследие нашей страны, прививает детям любовь к творчеству, открывает перед ними дверь в искусство. Я хотел бы высказать вам слова благодарности за вашу духовно-нравственную составляющую, потому что вы, прежде всего, сохраняете традиции все наши, через культуру их преподаете, сохраняйте связь поколений. Ну, спасибо, низкий поклон за ваш труд, потому что только вы через свои песни, через свои традиции можете вот передать будущим поколениям нашу правду, нашу историю. Вот в этом есть, наверное, дух патриотизма через вас. Культура спасет мир. Работники культуры – это такие люди, без присутствия которых не обходится ни один праздник. Они создают настроение, воодушевляют, учат новому. И в свой профессиональный праздник они тоже работают, делясь с коллегами своим творчеством и творчеством своих воспитанников. За большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры многолетний плодотворный труд участников торжественного мероприятия наградили почетными грамотами и памятными подарками. Захарченко Светлана Викторовна. Славянские работники отрасли культуры – это настоящие профессионалы своего дела, глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, наполняющие жизнь людей радостью и светом и не представляющие себя без творчества. В сфере культуры я работаю с 1998 года. Начинала я в сельском клубе хутора Семисводного, там, где проживала. Затем в 2007 году перешла в Дом культуры Протокский, где продолжаю свою трудовую деятельность. Чем мне нравится моя профессия? Тем, что она всегда держит тебя в тонусе, не дает расслабляться. И это, наверное, меня завораживает. Иногда бывает трудно, да, вот под праздник готовишь, какие-то нервы, там переживаешь все, но когда все получается, и ты видишь, как зритель тебе аплодирует и улыбается, конечно, это самый лучший для тебя подарок, когда зритель уходит довольный с твоего концерта, с твоих мероприятий. Наша главная задача – это привлечь молодое поколение, научить творчеству, научить понимать культуру. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия. Спасибо большое, очень приятно, что наши старания увидели, оценили. За это огромное спасибо Роману Ивановичу Синеговскому за материально-техническое оснащение наших школ и в общем культуры. Мы работаем в одной команде, мы стараемся обеспечить людей хорошим качественным досугом, обучить детей. Поздравляем сотрудников учреждений культуры с профессиональным праздником. Творческих успехов вам, талантливых учеников и всегда заполненные залы.